Уважаемые коллеги, добрый день. Я очень рад всех приветствовать накануне наступающих праздников новогодних. Хочу пожелать вам, всем вам успехов, процветания вашим компаниям и всего самого доброго всем вашим сотрудникам, и менеджменту, и рядовым сотрудникам. Мы находимся, когда я говорю «мы», имею в виду и администрацию президента, и правительство, находимся с вами в постоянном контакте. Правительство и администрация делятся не только своими планами по поводу готовящихся решений, но многие из этих решений готовятся вместе с вами. Сегодня исполняется 25 лет Российскому союзу промышленников и предпринимателей, который очень многое сделал за предыдущие 2,5 десятилетия, сделал для поддержания не только хорошего диалога между властью, причем властью и на федеральном уровне, и на региональном уровне, но и с точки зрения, как я уже отметил, подготовки концептуальных решений по развитию российской экономики. Много внимания мы с вами уделяем улучшению делового климата. И хочу вас поблагодарить за те предложения, которые были вами сформулированы для принятия окончательных решений. Как мы с вами знаем, это были не пустые решения, но те, которые привели к заметным изменениям к лучшему. Я сейчас не буду говорить о всяких рейтингах. Дело не в рейтингах, а дело в том, чтобы работалось отечественному бизнесу более комфортно, с тем, чтобы общий результат был лучше того, чем мы имели до сих пор. И действительно, ситуация улучшается, несмотря на известные неблагоприятные события на мировых рынках, да и в политической сфере. Нам удалось вместе с вами стабилизировать ситуацию в экономике. Это уже сегодня совершенно очевидный факт, это факт. Но нужно выходить и на стратегию уверенного роста, и это мы с вами тоже сделать и обеспечить в состоянии. Конечно, еще много нерешенных проблем, конечно, нас еще многое не удовлетворяет, и, разумеется, мы должны многое поменять для того, чтобы чувствовать себя еще увереннее. Но, во всяком случае, у нас есть полное понимание, что нужно делать, как нужно делать и в какие сроки мы можем это сделать. Я вот обращаюсь к вам с этими словами предновогодними, с поздравлениями. Очень рассчитываю, что мы и дальше в таком же режиме совместно с вами будем работать.